45% семей из Уфы готовы копить деньги на оплату образования для себя и своих детей. Это наивысший показатель среди всех городов России. Такие данные приводят аналитики Сбербанк страхования жизни. Всего уфимцы готовы отдать за обучение до 600 тысяч рублей. Наибольшую сумму готовы скопить в Тюмени – 725 тысяч рублей. По этому показателю они обогнали петербуржцев и москвичей. Там из семейного бюджета планируют выделить по 719 и 610 тысяч соответственно. Меньше всего намерены скопить на обучение в Махачкале – всего 196 тысяч рублей. В среднем же россияне готовы откладывать до 470 тысяч рублей. Аналитики подсчитали сумму, которую россияне готовы потратить за один год обучения. Так, уфимцы могут заплатить за один курс 90 тысяч рублей, а жители Москвы в два раза больше. Внизу же списка вновь Махачкала. Там ежегодно на образование готовы тратить 27 тысяч рублей.